И всем привет! С вами Слэм, и вы на моем канале. Сегодня я буду делать обзор на подарки от Деда Мороза. Ну, еще я хочу вам сказать, вот смотрите, я заказала маркер на Озоне. Вот такой вот Молотов, помп-маркер с универсальным пером. Он у меня протек, видите? Ну, это я потому, что я рукожопый. Хочу вам еще его показать. Вот видите, уже сразу это. Сейчас стерну. Тегают все равно хорошо. Сейчас закроем. Вот так вот тегает. Так, ну а теперь мы открываем подарочки. Сейчас, подождите, я тут беру. Ну, а теперь открываем подарочки, ребята. Я их еще, если честно, не открывала. Сейчас посмотрим. Сейчас я первый посмотрю. Смотрите. Вы, наверное, тут особо все не видите. Я сейчас буду выкладывать. Показываю, что тут есть. Так, первое, что мы видим, это вот такая карточка от Graffiti Market. Так, дальше стикеры. Hello от Молотов. Такая вот пачка. Проверим сегодня, как по ним пишут. Что. И вот такие вот стикеры. Я их уже проверял. Вот они вот так вот пишут. Ну, я при вас еще напишу. Так, достаем первый маркер. Раз для стикеров. Молотов тег. Тегер. Такой вот маркер. Сейчас потегаем. Так, начнем. Ну вот по этой штуке первым писать. Сейчас напишу. Так вот пишет. Нормально. Для стикера нормально. Так, дальше стикеры Молотов. Сейчас тегну на них разок. Так, они открываются, смотрите. В такой упаковочке. Ну-ка. О, какой кайф. Смотрите. Сколько их тут на штук. 50 где-то, наверное, или 100. Они пахнут вкусно. Тут, короче, есть синий цвет, оранжевый цвет, розовый и зеленый. Проверять мы будем на синем. Начнем тегать. Тегает нормально. Вот так вот выглядит. Теперь проверим, как он пишет по бумаге. Так вот пишет. Нормально. Маркер хороший. Советую. Подходит для скетчей и стикеров. Так, следующее у нас идет батончик Сникерс. Это мне подарили родители. Ну, на нем мы долго зацикливаться не будем. Дальше у нас идет вот такой вот Молотов. Скорвел стик. Типа, это помадка. Такая вот, синего цвета. Сейчас покажу, как это идет. В бумаге что-то он так себе пишет. Вообще, по-другому он лучше пишет. Что-то по бумаге он так себе. Ну, вот так вот пишет по бумаге.
Так. Следующее у нас лежит вот такой вот молотов Зипстрик зеленого цвета. Его можно заправлять вот так вот через заднюю крышку. Вот так откручиваете и заправляете туда. Свою заправу. Так. Сейчас покажу, как это лезет. Так, ребята, вот так вот он тегает, ну нормально. Так, следующий маркер, дорогой маркер, Кринк, с металлическим пером, это редкость. Сейчас посмотрим, как он тегает. Вот так вот пишет. Так, по-моему, маркер прикольный для маленьких поверхностей. Так, следующий маркер у нас вот такой вот дифферик, только с металлическим пером. Такой вот маленький. Он как компактный. Здесь у него такая длинная вот крышка. Точно так же можно вот так снизу открыть и заправить. Сейчас покажу, как это идет. Тоже, в принципе, для маленьких поверхностей отлично сойдет. Вот так он тегает. Как по мне? Так, дальше у нас идет такой вот молотов Куверсал помп маркер. Откроем его. Сейчас покажу, как тегает. Вот так вот тегает. Как по мне, нормально. Маркер заправляется, там вот эту штуку откручиваете, там еще такая штука, вы его нанимаете и заправляете. Ну, чтобы легче было заправлять, можете купить приставное кольцо, вот сюда поставить, и просто откручиваете и сразу заправляете. Так будет намного легче. А еще мне Дед Мороз подарил вот такую вот молотовскую заправу. Здесь 50 миллилитров. Сейчас сниму вот эту штуку. Вот такая вот. Смотри, тут, короче, такой дизайн. Не знаю, видно вам или нет, но тут, короче, такая краска. И объемное все. Тут, если не трогать, тут все объемное. Видно, что краска так вот. Ну, короче, вот такая вот заправка молотов. Эту штуку я беру. Вот сюда. Ну, а еще мне Дед Мороз подарил вот такую вот 214-ю заправу. 200 миллилитров. Черного цвета. Кстати, оно так прикольно пахнет. Не знаю, чем, но чем-то таким прикольным. Это купите, если вдруг увидите, то понюхайте. Ну, а с вами был я, Слэм. Всем удачи и всем пока!